На территории, ограниченной Поэтическим бульваром, проспектом Просвещения, улицами Руднева и Кустодиева, продолжается активное строительство. Здесь, в Выборгском районе, рядом с Муринским парком, неподалеку от парка Сосновка, возводится жилой квартал, состоящий из нескольких комплексов, объединенных единой концепцией. Раньше у проекта было общее имя «Лондон Парк», но летом застройщик компания L1 провел ребрендинг, сохранив британский стиль во всех названиях. Итак, представляем, два дома, корпуса 6 и 8 по улице Руднева, бывшая вторая очередь Лондон Парка, объединены в жилой комплекс «Шекспир». По словам застройщика, дело не только в смене названия, по многим характеристикам этот проект отличается от уже сданных. Например, здесь есть не только высотные, но и малоэтажные корпуса, шире квартирография, есть двухэтажные квартиры и варианты с террасами, выше потолки, отделка общественных мест на более высоком уровне, установлены современные лифты «Отис». Сейчас здесь завершаются отделочные работы. В ближайшие месяцы все квартиры будут сданы собственникам. К моменту нашей съемки во второй половине июля в продаже осталось около 400 квартир, примерно треть от общего числа. Выбрать можно из вариантов с подготовкой под ремонт, так и с чистовой отделкой. Для оценки возможностей подготовлен новый шоу-рум. Ну а территория Шекспира общая с проектами «Лондон Парк» и «Байрон». Этот комплекс выходит на улицу Кустодиева. Здесь и прогулочная зона, и магазины, и площадки для отдыха, и березовая аллея, и спортивный клуб. Внутренняя территория закрыта для автомобилей, предусмотрены два крытых паркинга на 500 мест. Основные параметры комплекса перед вами.